Жители Рима реагируют на новую политическую ситуацию, возникшую в результате воскресных выборов, на которых политические силы, сменявшие друг другу власти с 90-х годов, уступили позиции антисистемным евроскептическим партиям. Все это очень тревожно и заставляет задуматься о фундаментальных причинах недовольства. Со стороны мы выглядим не очень хорошо. Каково, по-вашему, будущее Италии и Европы? Не знаю, как насчет Европы, но для Италии я не жду ничего хорошего. Надеюсь, что когда-нибудь мы вновь поднимем головы. Но сейчас здесь левые все развалили. Я сам сторонник левых, поэтому я переживаю очень большой дискомфорт. Что бы вы сказали вообще о будущем Европы? Чего вы ждете? Избавление от евро. Если не будет евро, вернутся старые добрые времена. Экономика снова начнет расти. Сейчас люди получают пенсию в 400 евро. Что же это такое? Так жить невозможно.